Так. Артефакты души и сварма предлагают тут. Не, ну можно поиграть еще со свармом. Хорошо, давайте еще поиграем со свармом и еще с душой. Кем на этот раз? Давайте ради прикола милишным акридом. Ну так, повеселимся. Я хочу стрим закончить. Я прощался с Ютубом для эпизода. А, ну да, у меня же, блин. Знаете, надо альтернативный яд взять, потому что сварм. И сейчас он будет сиять, реально. Я даже не шучу. Пять стаков дронов на кэпе. Я как-то такое делал, и... Это не очень прикольное занятие. Так, с чего начнем? Пусть будет кролока, потому что я крит и я не умею выдерживать урон. Перелет. Да, стреляйте в меня. Давай пилу. Собирайтесь, дети, в круг. Пам, 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 пам. Только альтернативный шифт так умеет. Скорость. Крит СББ. Погодите. Призраки тоже задеваются? Я не ожидал такого. На них отдельно отлетал дебаф или... Ну как бы ограничение у эрки 20 мобов, это довольно много. Я не ожидал почему-то, что эрка будет отлетать на них. Ну да, она на них цепляется сразу же. Потому что я ваншотает. Это довольно интересная комбинация. Еще на самом деле я очень много не рассмотрел на Гаспере. Очень многого. Нашли комбинацию, в которой альтернативный яд будет явно лучше. Да и милишность акрида будет компенсирована тем, что я с командом играю, что у меня имба. Независимо ни от чего. А из-за души, кстати, он еще и туда-сюда скачет. Блин, это гениально. Волна яда скачет от одного к другому, потому что она должна возвращаться как бы к призракам. Это же гениально. Жесть. С ума сойти. А еще один щиток. Половина работы проволока делает, на самом деле. Вторая активка за этаж. Вещи падают с призванных жуков? По-моему, да.
Я не уверен, если честно. Ой, она уже умерла. По-моему, да. По-моему, они... Предметы падают с призванных жуков. Я что-то такое помню. По-моему, я даже специально это проверял в госплеере. Но почему-то забыл. Все падает со всего. Даже с призраков. Эй, мне хватает скорости, чтобы доджить. Призраков, по-моему, ничего не падает. Ну, в смысле, лунары падают с них, ладно. Лунары могут с них падать. Лунары падают со всех. А вот предметы... Падают только с тех, кто дает опыт. Хотя нет, это тоже неправда. Были исключения. Ну, за этот забег, я думаю, мы должны увидеть, что предмет с призрака может дропнуться. Проволока. У души нет цены. Да-да-да. Это имеет смысл. Но вот со свиты королевы предметы падают. Или нет? Блин, я сам не помню, честно. Извините уж. Сейчас бы грибы. Так куда они тут? Как стакается кровоток дебаф? Ну, его урон зависит от базовой атаки. Если ты накладываешь, он длится какой-то промежуток времени. Если ты накладываешь второй уровень кровотока, то они действуют оба, линейно складываясь. Если ты успеваешь нанести второй, пока действует первый, то... Они оба будут действовать так же, как и действует последний. То есть продлевается эффект. Какие? What? Я от него отлетел, но не задамажил. Это тупость. Из жучков королевы с сыром не дропаются предметы. Серьезно? Я там так и ловил. Так, сорян. Фига вас тут. Вот где альтернативный шифт раскрывается, ага. Да и ПКМ тоже. Перо можно взять. Урона мне пока хватает. Я только на мусу не играл в GPSPR, это мой принцип игры сейчас. Пройти всю игру на мусоне для GPSPR.
Разве ты не должен показать различия, о чем ты? Про сложности. Ну, кстати. Нет, не должен. Я рассказал в самом начале об этом, и у меня нет причины показывать это все. Знаете, почему бы мне не потратить чуть-чуть времени на то, чтобы получить еще два зеленых предмета? А пока я это делаю, вот это было красиво. Вот это, вот я сейчас отпрыгнул, да, но при этом вместе с этим я и задамажил. В первой же серии я рассказал, чем различаются сложности. И там же я сказал, что не буду играть на других сложностях. Паровозик поп-поп-поп. О, привет. Минус первый, минус второй. Знаете, может мне не это самое. Блин, тут такой набор мобов довольно приятный на самом деле. Ура, ура, ура! Так, ладно. Я хочу убить ящеров. Сейчас еще сольюсь об них, вот будет здорово. Ну теперь на странице Risk of Rain 2 стакинг не отображается, максимальный стак. На Вики, что ли? Ну, видимо, перенесли куда-то в другое место. Я боюсь ПКМом их дамажить. Хорош, кританула. Стакаем бандов, чтобы shift был мощным. Про риген не забудь. Да, пора бы уже. Я вообще уже косы стакаю. Сейчас куча говна должна заспауниться, по идее. Хотя я не так уж и долго там сидел. А чё, где мобы-то? Уснули? Как активирую телепорт, как выгрузится. Сколько? Нет, подождите, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать? Стоп, стоп, стоп. What? What? Я никогда не видел, чтобы столько было. О боже, это самая эффективная коса в истории человечества. Ой-ой-ой, они сейчас все сосать будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Окей, они как-то друг друга поубивали, походу. От перегрузки, видимо. Как в Майнкрафте, знаете. Такой бред.
Такой бред! Это же одна гора была, да? Или две? Жесть! Я никогда не видел столько горшков. Нет, это две горы было, да. Это было две. Сурово. Вот тебе альтернативный шифт на Акрида. Когда все имбово, когда у тебя идеальная ситуация, он будет веселым. Ведь главное от игры получать удовольствие, верно? Забавно, как все предметы здесь лежат в центре. Так, что мне не хватает? Чего? Масочку можно взять. От яда нет урона. Да тут урон от яда-то и не нужен вас. Он кажется таким маленьким просто из-за того, что весь остальной урон, который я наношу, катастрофически большой. А так, держу в курсе, урон от стандартного яда был бы таким же. По обычным мобам. Золотой берег снова. Окей. Его надо активировать до босса. И для меня это даже плюс. Пойдем сразу же наверх. Наверху ничего нет, кроме виспов. Акрид с эффектом этой маски. Такой прикольный. Знаете, это мне напомнило одну старенькую игрушку. Я еще летсплея по ней смотрел у Легорка. Evolve называлась. Там можно было играть за монстра, а можно было за людей. И вот он там в комбинациях своих также светился. Кстати, да, когда только-только Акрид вышел, я именно про это и думал, что ты как будто вот за того самого монстра играешь. Это реально ощущения точно такие же. Какие логи остались? По локациям вот этой локации, поэтому я ее рискую сейчас. Все четвертые локации. И все. По мобам же пулеметчик, гравитендер. Алой Варшип Юнит. И Леонид. Я уже, наверное, накопил. Можно еще эту активировать. Так просто. Ой. Принтеров нет в забеге. Это не худший вариант, наверное, все-таки.
Ох, как сладко эрка прожимается. Что-то красное упало. Что я хочу взять? Теслу? А, мне надо обязательно брать клевер, да. Тут никаких вариантов. А, я медленный. И быстрый одновременно. Я в супер позиции нахожусь. Камон! Это так тупо! Зато лазеры могу доджить, верно? Как вам мой яд? Это единственное, что сейчас дамажит. Как я уже говорил в начале этого этажа. Это не яд плох. Это просто у меня... О боже. Я сейчас понял, как Умбра будет умирать. Стоп! Она будет сейчас скакать по всей локации, как бешеная. Точно так же, как я. Это забавно, что я Shift нажимаю и начинаю двигаться медленнее. Смотрите. Прыжок один, а Shift уже другой. Умбра меня, наверное, настигнуть не может, потому что ей сложно двигаться. Давай возьмем эти G, чтобы от Эрки проклась. Пожалуй, две эти G. Как же я попрыгиваю. Это такой бред. Мне это нравится. Бедная Умбра. Да камон. Стой, стой, стой. Они непробиваемые. Я их задамажить не могу, они меня тоже. Так, надо что-нибудь на скорость взять. О боже, я еще дальше стал летать. Я убил его? Я убил его. О, да. Пососали, в конце концов. Я думал, что я скорость взял. Я хотел кулеть здесь взять, но... Перышко мне тоже пригодится, потому что я могу делать вот так. Отменять как бы маневр. Так, скорости мне хватит. Так, а я золотой берег применил вообще? С этим всем дерьмом я забыл, применял ли я золотой берег. Блин, как же артефакт души сочетается отлично. Да, я активировал. Ёб твою мать этого казино. Укулеле с мидиа акрида как сочетается? Как и обычно. Достаточно хорошо. Ты ударяешь одного и ударяешь одновременно с этим всех остальных. Что-то меня сильно задело. Лазер, наверное. Хедстомпера хочу. Ой, как хочу хедстомпера. Меня просто не дамажит. Посмотрите на мое ХП, оно просто стоит на месте.
Я внутри горшка, понимаете? 16 долбанных пластин. Меня могут задеть только вот очень тяжелые хиты. Типа там големов. Золотой меня вообще не сможет дамажить, я так подозреваю. Лазером, по крайней мере. Стоит ли открывать ЛПКМа на криде? Стоит, конечно. А вот стоит ли использовать, вот это уже другой вопрос. А открывать по-любому стоит. Зачем играть, если ты не хочешь открыть все, что можно? По мне это странно. Должен все попробовать, должен все пощупать. Испытать на себе. В этом и заключается вся романтика рогаликов. Разве не так? Так, давай еще одну ТГ. И давай красный бант. Тут все в активках. Погнали дальше. Это так странно прыгать. А, боже мой, я два раза не мог в него попасть. Жесть у меня урона так-то. Я их просто шотаю. О, боже мой. Самое парадоксальное это то, что я лечу так быстро, а потом нажимаю Shift и начинаю лететь медленно. Хватит! Хватит! Горшочек, не прыгай! Постой на месте пару секунд. Неохота, если честно. Ну вот. Да. Оно у меня просто сразу же отрегенивается. Что можно взять еще? Можно виспов стакать. Почему я еще не подумал об этом? Можно стакать виспов до бесконечности. Ну давайте посмотрим, как они будут меня бить. Ой, мне это не нравится. Окей, они меня пробивают. Ну, лазеры, они на золотом берегу лазеры. Блин, это так тупо. Причем, если я наберу еще больше предметов на скорость, то мне еще хуже будет. Тот момент, когда нужно использовать Shift для того, чтобы двигаться медленнее. Еще две штуки. А где еще одна? А, точно, Леонидов-то двое. О, Леонидов двое, и шансы на лок удваиваются. Блин, это же гениально. Я брал Рой даже без подозрений насчет этого. Шансы на лок-то сохраняются? А, кстати, хороший вопрос. С Роем шансы на лок сохраняются или нет? Или уменьшаются вдвое? Его штуки меня пробивают чуть-чуть. Самая малость. Уменьшаются вроде. Это печально. Чего мне надо стакать? Проволоку можно взять. Да, почему у меня все еще нет проволоки?
Ай, блин, я мискликнул. Ладно. Не суть на самом деле, у меня и так мега имба. Ничто меня не может убить сейчас. Кроме моей собственной тупости. Так, а где этот самый? Последний. А, вон. Спрятался. Ну сюда! Понятно. Так. Подойти к боссу сложнее, чем убить его. Почему я промахнулся? Минус первый. Изи. Представьте, я бы сейчас... Это уже 11 очко. Что-то я перебрал немножко с ним. Представьте, я бы сейчас первый раз убил бы Леонида за один цикл. Был бы я этим доволен? Нет. Весело бы мне было? Да. Стакать перья. Зачем стакать перья? Да блин, у меня отношение к шифту и к обычному прыжку развернулись в противоположном направлении. У меня все еще нет проволоки. А, колокола пробивают. Ой, как сладко. Ой, как. Прям звук так сочно звучит. Я уже говорил, как в эти моменты мне не хватает хедстомпера. Зачем мне 12 очко? Хватит, хватит собирать очки, блин. Что мне по белым предметам-то нужно? Мишки нельзя. Брошки собирать. Теперь у меня будет дозвольное хп. По-моему, я их набрал больше, чем мне нужно. Кровоток. В нем нет толку. Проток только для раннего этапа полезен. Пульки. Горе от имбы. Две горы подряд. Погнали. Хлебом не корми, дай гору прожать. Этот еще пропустил. Че, на меня, да? На меня? Сдохнуть. О, еще одна гора.
Все эти забеги, это... Я опять хотел очки взять. Это затишье перед эклипсом. Возьму одного мишку. Но только одного. Сколько у меня уже? 4 укулеле. Это достаточно хорошее значение. Разбить дискордом там что-то тут чувак, который с НЖМ дрался. А чё я это разбирайся буду? Там модеры есть. Я тут стримлю вообще-то. Чё мне брать? Не знаю, любкие бомбы буду стакать. Мне реально уже нечего брать. Ключи под клевер. Да, кстати, можно. Чтобы еще больше клеверов доставать. Так, здесь никакого лога не виднеется, да? Собирать ключи — это довольно хорошая идея, но мне придется их искать при этом. Коробочки, в смысле, не ключи. ПВП, ПВП, давай, давай, давай. Сдох, парень. Стоп, с него ничего не выпало? А? Меня обманули, с него ничего не выпало. Или мне показалось? Еще две укулеле. Ладно. Постакаю кровоток немножко. Так просто. Реально, четвертый этаж, мне уже белые предметы, не знаю какие брать. 40 возьму. Легендарку я забрал? Забрал. Сколько вас тут? Мне кажется, ноль. Окей. Это было страшно. У него еще и огненные. Не рановато для огненного? У меня онора нет вообще. Смотри-то, что тут у нас есть. А вы думали, я селезенку возьму? Селезенка сейчас не нужна. Я на секунду хотел взять пташку. А, виспорт давайте стакаться. Да, больше одного энергетика нет смысла. И последующие дают меньше, чем нога. Сколько у меня сейчас ключей? Один. Думаю, штук 10 ключей набрать и уже будет красный предмет каждый этаж. И там он уже будет сноуболиться. То есть чем больше клеверов, тем больше шанс, что выпадет еще один.
Наконец-то я взял проволоку. Канистры, они не нужны. Они очень слабые. С этой локации мне лок не нужен, поэтому я здесь задерживаться не буду. Но гору-то прожать надо все-таки. Здравствуйте. Да, мне даже немножко вас жаль. Ой, что я натворил с этими клеверами своими. Так, мне активка нужна, радар, мне кажется. Да, мне нужен радар. Потому что то, что меня сейчас интересует, это больше клеверов. Как можно больше. Надеюсь, игра не крашнется из-за этого. Так, у меня еще перьев нету. У меня всего одно перо. Что-то выпало. Это активка. У радара есть применение. Жаль, что он бочки отображает. Так, это лунар. Это бочка. Не забываем перейти на луп. Так, ну самое время конвергенцию собрать, думаю я. Чтобы быстрее заезжать телепорты, чтобы не торчать постоянно 2 минуты на каждом из них. Перегруженный, его не было. Так уж игра захотела. Где? Где-то что-то выпало. Этот вот морозный меня немножко пугает. Их там несколько. Окей. И коробочку найдем. Кажется, что уже 25-й стейдж. Ага, коробочка. Нашел. Чё белый-то? Ну, ладно. Продолжаем. В магазин надо зайти, конвергенцию взять. Сейчас это важно. Привет, Meme Universe. Пока что никакого прогресса. Фига у меня пташек, это точно. Так, коробку нашел. Опять белый. Я что, зря клевера стакал? С диссонансом надо будет побегать, чтобы пулеметчики почаще спавнились. То есть, либо они спавнятся на 2 локациях, либо у них есть возможность спавниться на каждой. Диссонанс в этом плане немножко будет помогать.
Предметы-то будут падать вообще? Окей. Магазина здесь не будет. Я не буду идти к тому алтарю. Он там очень редко спавнится. Пирожки надо стакать. Умбра сейчас будет улетать, кстати. Вот. Просто появится и сразу же улетит. Просто чекайте. Хил на 58к. Нормально. Что произошло? Я, кажется, понял, что произошло. У меня кого-то убило. Да, у меня вот этого дрона убило. И этого дрона тоже. Сработало. Угадайте, что правильно. Селезенка сработала. И меня задамажило в отношении хп моего дрона. А у дронов просто миллиард хп. Вот что меня задамажило. То есть селезенка против меня работает. Это жестко. Видали, как меня брошки сразу же вытащили после этого? Короче, дронов не берем. Я все еще регенис, кстати. Регена нету. А зачем? А он мне не нужен. Мне не нужен реген, у меня все в брошках. Вон, парочку врагов убил и все, у меня... Никогда хп не кончится. Ну и тем более я косы буквально только что взял. Так, дронов не берем. Дроны для меня губительны. Тут магазина нет. Сколько ключей? 15. Это не так уж и много. Двадцать тридцать самое оптимальное будет. Можно мне... А, это моя турель активирована. Я думал, что... Она не активирована. Предметы уже реально сыпятся жестко. Там еще один предмет остался. Я собирать уже не успеваю. Реально, я собирать вот не успеваю предметы. Настолько много их дропается. Что-то медуза просто случайно такая. Ой, я поумираю здесь. Вы не против? Коробочка. Коробочка. Ладно. Сейчас найдем коробочку, подождите. Да, еще магазин, кстати, надо. Чуть не забыл. А лунаров-то мало. Так, сейчас надо светануть еще раз.
Это дрон. Это дрон. А где коробка? Коробка осталась где-то вон там? Нет, это дрон. Это тоже дрон. Да что ж такое, где коробка? Надо батареек. Надо батареек. Если бы каждый ключ... Было бы больше за каждый ключ коробок, это было бы странно. Так, чё я ничего не просмотрел? Здесь что ли? Значит, вон то, чтобы там не было. Ничего не вижу. А вот она, да. Точно. Во, то, что я ждал. Тактика начинает работать. Гигантская коробка на весь этаж. Кстати, да, если бы размер коробки увеличился в зависимости от того, сколько у тебя ключей, это было бы забавно. Хочу собрать все желтые предметы, просто так. Весь этаж — это коробка. Батарейку надо взять, чтобы легче искать. Думаю, ключи уже можно не собирать. Уже гарантированно будет дропаться клевер. В красный смысл. Потому что у меня уже 3 клевера есть. Это как будто у меня сейчас уже 60 ключей. Что можно взять? Не знаю. Пусть будет кровоток. Ну и конвергенцию осталось. Конечно же. Ну я грубо говорю. Конечно, не 60. Дио. Да, можно Дио взять. А можно и не брать. Пассивка, это пассивка, это пассивка. Давайте один Дио возьмем. И все остальное в клевера. Еще один. Еще один. Еее, я уменьшил количество своих... Ай, блин. Это было тупо. Я уменьшил количество... птичек. Теперь у меня их 6. Вообще, это неплохая идея. Можно еще уменьшить их. Да, теперь у меня их 5.
Теперь у меня R4. Теперь у меня R2. Так, ну раз уж так, я возьму вот так вот, потому что мне нужно чем-то компенсировать отсутствие предметов. Хук с таким количеством клеверов, это будет просто бомбезно. Ножи. Пофиг на них. Так, это нужная мне локация. Ну надо же, у меня все еще есть урон. Зеленые предметы я отдал, но... У меня все еще есть желтые. Да. Твою мать, как бы игра не крашнулась, если честно. Меня это немножко беспокоит. Дай лок. От желтых предметов у меня нет возможности избавиться. Я могу сидеть здесь, пока не выбью лог Грейтендера, но... Мне кажется, это такая себе идея. Вообще? Это надо делать с артефактом Кина. Ждать, когда у тебя будет... будут пулеметчики на весь этаж. И просто фармить, сидеть на них. Но... Если с пулеметчиками и гравитендерами это может сработать, то ни в коем случае не сработает со специальными боссами. Активка мне не нужна. Две активки подряд выпало. Понимаю. Что мне можно взять вообще? Капец их. На молекулы рвет просто. Так, это не то. Это что такое? А, это коробка. Зеленый предмет. Чувствую себя обманутым. Пташка, ну да. Слишком уж мало у меня их стало. Надо возвращать. Думаю, 4 сейчас оптимально. Привет. Чел. Он просто умирает об меня, понимаете? Он меня бьет. У меня прокается. Что ты делаешь? У меня прокается это самое. Ой, он меня чуть не убил сейчас. Окей. Проволока прокается, но потом. Что-то происходит. Мне нужен хил. Серьезный причем. Сейчас вот я почувствовал, что если меня пробьют, то у меня хила никакого. Что мне взять? Я не знаю. Продолжается так, как ключи. На следующий этаж без телепорта, на... Конечно.
Гравитендеров не было. Я не удивлюсь, если последний лог у меня будет именно лог Гравитендера. Как нет смысла. Даже наоборот, они против меня будут работать. Артефакт мести на самом деле для таких забегов не очень дружелюбен. Что-то выпало еще. Последним логом будет лог Гиша. Все-таки ножи нужно взять, да ведь? Да там сколько предметов сейчас нападало, слышали? Фейерверк. Кос еще надо чуть-чуть. А, еще у меня нет прыжка, кстати. Это была коробка? По-моему, это была коробка. Нет, это был дрон. Там дрон. Там бочка. Это выглядит как коробка. Нет, это дрон. Золотой берег, отлично. Так, где что еще было? Это по-любому алтарный магазин. Магазинский алтарь. Нет, это не магазин. Алтарь вон там находится вообще. Ой, дали меня задамаживаю каким-то образом. Да где коробка-то? Ну, там сверху еще что-то может быть. Так, хорошо. Эти места все я просмотрел. Вон там сверху я смотрю. Это не коробка. Где она? Это? Нет, это дрон. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Электрический лазер. Вот тебе и на.
Не могу найти коробку, даже с радаром. А, вон она, вон она. Наконец-то. Ножи же хотел взять, ладно, неважно. Важно. 57 ключей. И теперь 100% мне будут дропаться исключительно нужные мне предметы. Красные. А ножи нужны, чтобы вот так вот стоять и не беспокоиться о мобах. А босс-то умрет? А, понятно, он со всех сторон буквально. Стоп, а я легендарку открыл на этом этаже? Нет ведь? Она вот здесь находится. Понимаю. Чего у меня еще нету? Генезиса. Знаете, что я сейчас понял? Я допустил небольшую ошибку. А как я буду справляться с генезисом у своих копий? А они же еще воскрешаться будут. Это будет интересный процесс. Они не успеют взорваться. Я очень надеюсь, что так оно и будет. Так, что можно стакать? Липкие бомбы? Нет, не буду липкие бомбы стакать. Потому что они против меня будут работать. Что не будет работать против меня? Скорость. Фейерверки. Окей. Их просто ваншотает. Можно щиты собирать, кстати. ХП больше будет. Так, здесь надо взять ножики. Укулеле. Да, укулеле и так уже до хрена. Сквит полип. Ноль укулеле? А, да, точно. Я же их отдал. Точно, я забыл, что я их отдал. Действительно. Маску. Да, в такой ситуации ноль это дохрена. Брошки перестали работать, кстати.
шприцов еще можно постакать. А я еще не активирую. А, у меня все еще перьев нет, лол. А, вот же он, последний. Нет, это не последний, еще один. Вот он. О, нет. Окей. Лог? Нет лога. Очень жаль. А, точно, у меня коста тогда тоже нету, получается. Я думаю, что-то я не хилюсь вообще. Это имеет смысл. Косы нужны. Тут нет коробки, нет, на этом этаже она не спавнится. Просто идем до телепорта и ищем коробку потом. А телепорт-то где? Гора! У меня есть идея. Если я сейчас активирую артефакт диссонанса и попытаюсь выбить лог пулеметчика. Где-то там от Умбра сдохну, наверное. Чё, он здесь что ли? Нет, он не здесь. А, вот же он, посреди скал. Такого босса я еще не видел. Скиты надо попробовать. Ой, это не то, что я хотел. Ладно, не важно. Надо отключить некоторые эффекты. Так будет лучше.
Умбра с артами по-особому взаимодействует. Сколько у меня ключей? 58. На 69 собрать. Будет найс. Я даже не знаю, типа, мне кроме щитов сейчас по белым предметам ничего не нужно. Все остальное мне просто ничего не делает. Хотя, шприцы. Почему-то я про них вообще забыл. Этот дрон, который мне не нужен. Да где коробка? Не могу найти. Вот это что ли? Нет. Это она? Да, это она. Отлично. Я долго ждал коробку, чтобы послушать эту музыку, что это. Телепорт выглядит как глобус. Мне даже касаться босса не нужно. Бесконечный хил от Липтон Дейзин. Не лучшая идея. Сколько книжек может хватить? Думаю, уже двух хватит. У тебя один висп. Как будто для меня это какое-то значение имеет, да? Это была коробка. Показалось, что ли? А вот она прям на выходе. Это не то, что я хотел брать. Упс. Ну ничего.
Не думаю, что это мне повредит. Наоборот, даже камеру подальше поставит. Так, здесь могут быть пулеметчики. Уменьшение графики не особо помогло. Это дело уже в движке игры самой. Мне жаль этих лумбр. Есть! С пулеметчика выпал лок! Хоть какой-то успех. Они даже не успевают кастануть Инезис Луп, кстати. А может, они не могут? Окей, хоть что-то хорошее произошло в этом забеге. Не успел жахнуть гору. Окей. Прикольные фейерверки. Хану еще можно, кстати. Но опять же, боюсь, что она против меня будет работать. Все-таки в таких забегах артефакт мести лучше не брать, он реально может заруинить. Блин, у меня все проблемы из-за этого самого. Из-за, как он, зуба этого магмового. Перфоратора. Птичка из тампера. Да пыль. То есть, да, чем больше у меня клеверов, тем больше выпадает фаерболов из каждого врага. И это реально становится проблемой. Лучше не брать для таких забегов. Может, мне перестать уже стакать клевера? Тут еще один лак, ты издеваешься. Но это хороший показатель, что клеверы работают. Зеленый. Так, вот это берем. Хотя можно пока что со слоником побегать. Вообще, мне кажется, уже пофиг, есть у меня мешки или нет. Так, ищем локацию, точнее лог. Вы давайте полегче. Спидран всех логов есть такое. И там все забеги примерно вот так выглядят, и это довольно скучно. Знаете, я еще где Гравитендера могу встретить? Я знаю где. Я его могу встретить в Войде. И пофармить там. Так. Ладно, идем дальше.
Блин, лом взял. Да, я пойду в Void на позднем этапе, чтобы понадеяться на Гритендера там. Когда уже боссы везде будут. Когда Гритендер будет как будто обычным врагом. Я дрона купил? Нет, не купил, все нормально. Что мне пригодится здесь? Самый бесполезный предмет. Артефакты. Тебе нужен код? Можно на вики его подглядеть. Идешь на пятую локу и вводишь этот код. Проходишь испытание. Да, перфоратор реально не стоило брать. Он очень много лагов создает. Что я высматриваю вообще? Надо мишек стакать. Пофиг на умбр. Они умрут в любом случае, я думаю. Зачем мне Гритендер? Лок выбить? Ради чего я это делаю это все? Вообще, знаете что? Да не, это бред какой-то. Давай второе диво возьмем. Клеверов, мне кажется, уже хватит. Если я возьму больше, то игра реально крашнется. Маска. Гхану я не могу брать. Она меня убьет. Дальность урны нет, не увеличивается. Я, кстати, забыл просмотреть всю локацию на поиск дрона. Капец. Вау. Представьте, если бы что-то пошло не так. Потому что во время шифта ты ничего не можешь делать. Я собираюсь артефакт диссонанса активировать. Диссонанс. Окей, все вот эти вот кругляшки, все остальные квадратики. Босса проходить мне не нужно. Это всего лишь зеленый предмет. Ты лог пропустил? Какой лог?
Вы шутите? Какой лог там мог бы быть? У меня же все есть. Я красный предмет пропустил. Вот что я пропустил. Какой еще лог? У меня же есть лог этой локации. Сказал, не будешь брать клевера. Смысл. Что-то чат меня не понимает, по-моему. То логи валяются где-то. Как я мог пропустить лог, если здесь некому выбивать лог? Чат, хватит путать. А, кстати, хороший тайминг. Ну чё, Грейтендеры? Я очень надеюсь, что они будут здесь. И да, как видите, мои копии будут призываться сейчас каждый раз. Но они бессильны против меня. Какая жаль. Но и мне нужно быть все-таки осторожным против них. Я подлетел. What? Умбры просто падают. Просто падают и все. Так, здесь големы, лемуры. Кто еще здесь? Медузы большие. Ну, не повезло. И маленькие виспы еще. Да, не повезло с диссонансом. Ну ничего, каждый луп сюда буду заходить. Может быть, Грейтендер мне выпадет. Хотелось бы, чтобы это в меня попало. Окей, они сдохли. Но им надо сдохнуть еще по два раза, чтобы они исчезли. Так, вон там ключ. Окей. До свидания. Шприцы, кстати, мне очень вредно стакать, потому что от скорострельности зависит зарядка генезис-лупа, который я не должен был брать.
Бедные медузки. Привет, Лабрин. Забег уже полтора часа длится. Слоника можно взять. В этом нет смысла. Золотой берег. Мне все еще нужен лок Леонида. Я же тыкнул? Да, я тыкнул. Зачем ракетницу-то? У меня и так тут это самое. Вон что. Куда здесь ракетницу засовывать? Что если вместо красной снежинки была бы гамма, как в Троне? Где? Сколько у меня мишек? 30 штук. Чтобы ничего не надо было делать. А я сейчас, по-твоему, что-то вынужден делать? Я тыкал алтарь порядком. В этом забеге. Именно поэтому у меня было столько пташек. У меня проблема. Окей. Слушайте, а можно ли в золотой берег зайти? И нет, нельзя софтлок поймать. Знаете почему? А вы знаете почему у меня эта активка, которую я ни разу не использовал? Для чего она у меня? Чтобы софтлок не поймать. Чтобы у меня были деньги, даже если врагов нет. Именно поэтому я взял парочку книжек. Зачем мне сундуки? Мне тебя жаль, чел. Ты лог мне дашь? Лога нет. Игра софтлочится. Ну, то, что ты появляешься на локации, и ни одного врага вообще нету. Нет врагов, нет денег. Но с куклой и слитками. Золотыми. Так, я могу сейчас фармить гравитендеров. Но их тут будет мало, вот в чем проблема. Если даже они появятся, то это будет крайне редкое событие. Думаю, сейчас самое время... Или не самое время. Да.
Да, думаю, сейчас можно идти в бой. А то потом там уже поздние боссы будут. Вот пулеметчика мне больше не нужен. Мне не нужно уже ничего, кроме разве что красных. Почему я все еще трупы не отключил? От трупов, кстати, тоже лагает. Есть! Все, войд отменяется. Ребята, войд отменяется. Я, конечно, извиняюсь, но войд отменяется. Трупы лучше выключать, когда много говна происходит. Без них действительно лучше. Игра работает. Лог Грейтендера. Теперь по мобам мне осталось ровно два лога. С Леонида и с Колобка. Двух особых боссов. Леонида я в этом забеге убивал уже 3 раза. Почему нету лога крабовца? Это было бы забавно. Да, трупы можно... О, отлично, 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 отлично. Минус один лог. Все. Осталось 2 лога локации, да? Нет, 3. Дельта тоже. Твою мать. Называется переборщил с клеверами. А, ну да, это же локация, где боссы неадекватно спавнятся. Придется за ними бегать. Окей, может не придется. Да уж, мне кажется, последним логом все-таки будет этот самый Алой Брошет. Потому что только на одной локации. Даже Леонида можно получить на разных локациях. Ну, на любой, вообще буквально любой. А вот Worship Unit — это другой разговор. Знаете, что я могу стакать? Я могу инфузию стакать, чтобы у меня было такое количество хп, что просто обосраться. Я промахнулся 2 раза. Так, и где же... Ага. Цветочки здесь. Ну, коробочка здесь. Окей. Так, давай Аегис. Чего бы нет. Чтобы максимальный был. Барьер, чтобы всегда был максимальным.
Лучше щиты собирать, они по 8 хп дают. Дело в том, что если твое изначально хп увеличивается, то 8% будут еще более эффективными. Офигеть, звук лагает. Щит-то увеличивает то, что у тебя инфузия дает. Так, у него Тесла, и я это... Даже в этой ситуации я боюсь его. Слишком большой уровень ПТС, да. Запарился столько киллов фармить. Инфузия с позапрошлого апдейта стакается по иному. Если у тебя 2 инфузии, то каждый килл дает 2 хп. Если у тебя 10 инфузий, то каждый килл дает 10. То есть чем больше инфузий, тем легче максимум застакать. То есть, если у тебя 100 инфузий, то тебе достаточно ровно одного килла, чтобы полностью застакать ее. Да, раньше это было более тупо. Я уже забыл про них. Они, наверное, не умрут, да. Только если скинуть. Леониду вообще посрать. Я даже не понимаю, где кто. Ну чё, давай. Фига тут активок, посмотри-то. 5 штук. Давай, давай. Come at me, bro. Давай, будь моим маленьким топ-чампом. Со мной разберется моя кукла. С тобой, в смысле. Не разобралась, ладно. Он реально неубиваемый теперь, как я. Тут еще второй есть. Есть предел по увеличению скорости зарядки телепорта, да? Вот 3 штуки самые быстрые. Зеленый предмет, ужас. Сколько у меня? 11 клеверов, 58 ключей, и коробка мне дает зеленый предмет. Чувствую себя обманутым. Не крашься, пожалуйста. Пожалуйста, не крашься. Спасибо. Принудительно забег закончу. Ну, на Митриксе пойду, если все блоги соберу. Таких как у мишек, да, понятное дело, что как у мишек, только клевер то домножают шансы. Я что заметил, броня всегда здесь и инфузия также здесь, в одном и том же месте. Вся эта расстановка предметов очень даже прикольная, продуманная. Бандольер. Еще больше лагов. Я не хотел его подбирать.
Два золотых берега. Видали, сколько мне снесла сейчас коробка? Половину хп. О, второй нельзя активировать, когда ты первый уже активировал. Раньше такого не было. Короче, заметка на будущее, такие же забеги. Перфоратор брать нельзя. Знаете что? Я не хочу, чтобы игра крашнулась, так что я не буду говорить прокать. Нажимать. Мод, где все персонажи на цыпочках ходят. What? Что это вообще за бред? От селезенки игра может лагать, да? Я сомневаюсь, потому что у селезенки мгновенный эффект. А вот фаерболы — это подтвержденный факт, что чем больше фаерболов на экране, тем больше лагает. Как вы думаете, насколько мое хп увеличится от одной инфузии? Вот чекайте, сейчас у меня 3000 хп, да? Все, 220, да. Ну хотя это сам само хп. А вот то, сколько щит еще дает при этом. А потом это еще умножается на двое. Короче, да, много. Уже кинул куклу. Склад. О май ломол. Мне не нравятся эти звуки. Лок? Где мой лок? Пошли. Это был четвертый, Леонид. It's over 9000. Так, не забудем сейчас поискать лог локации. Уже 30 тысяч, кстати. Это жесть, конечно. Перфоратор зло. Стак семечки Леонида повышает его статы. Атаку и хп. Не подходите ко мне.
Перфоратор тащит мне забег, да, конечно. Если бы не он, я бы уже слился. Мне бы урона не хватало бы, если бы не перфоратор. О, привет. Это то, что я ищу. Что ж, осталось Siren Skull и глубины. Siren Skull самая важная локация сейчас, потому что там лог не только локации. Почему мне постоянно это попадается? Сирены в этом забеге вообще ни разу не было. Я боюсь, что если она крашнется, игра. То у меня не сохранится прогресс. Но вообще, если она не крашится сейчас на 24-м, то она не должна крашиться потом по одной причине. Мобы перестанут спавниться потом. Я могу просто подождать, чтобы застаковать сложность. Хороший тайминг. Ну, кстати, золотой берег все еще может выпасть, так что надо. Надо проверять этаж на его наличие. Блин, знаете, я, пожалуй, я закончу этот забег. Мне очень стрёмно, что я потеряю прогресс из-за того, что крашнется игра. А она может крашниться, вполне. Окей, все хорошо. Мы живем. Истинной концовки не будет, не в этот раз. Но эти твои боссы абсолютно всегда спавнятся. Тут ты немножко ошибаешься. В конце концов, никого не будет. Никто не будет спавниться абсолютно. Локации после 60-й абсолютно никого не будет. Ну, может быть, 70-й, я точно не знаю. Эффект золота отключить можно, нет. У меня лично были забеги на 6 часов, и мелкие твои боссы всегда нормально спавнились. Ну, это у тебя, понимаешь? Понимаешь, я видел геймплей на 700-й локации. Что ты об этом скажешь? И он ничем не отличается от геймплея на 100-й локации. То есть ты просто идешь до телепорта и ждешь его зарядки.
определенного момента никто не спавнится. Уже начиная с 40-й локации, на поздних этапах, кроме скавенджеров и импов эрлордов, просто никого нету. Малахитовых импов. Да, есть чел, который сначала сделал челлендж 24 часа на первой локации, а потом сделал челлендж 1000 этажей. Безумный парень. Девять дней, по-моему, он делал это. И у него стоял мод, что позволял продолжить забег, который сохранял прогресс каждый этаж. У него игра крашилась очень часто. Даже без наличия мобов. Митрикс не заспавнится. Такие боссы спавнятся всегда. Есть боссы, которые спавнятся независимо от сложности. Это Леонид, Колобок, Митрикс. А урона-то у меня и нет. По одиночной цели. Окей. Думаю, это была плохая идея. Хотя... У меня вообще-то запрокался стелс-кит. Надо было этим пользоваться. Особо ничего не поменялось от этого. Окей, окей, окей. Он настолько охренел, что абсолютно на месте сделал свой прыжок и удар. Чё это сейчас было, видели? Он буквально улетел. Ну, эта фаза будет самой легкой сейчас, на удивление. Сюда мы маску? Да ведь. Помните, как тогда? Вот эта фаза, кстати, на удивление легче будет идти, потому что спавнится мобы. Осторожно с этой атакой. Ёб твою мать, вот это... Вот это тайминги. Вот это тайминги. Вау. Такого я еще не видел. Охренеть, тайминги. Они идеально просто... чередовали. Второй раз будет? Должен быть. Да, сейчас будет второй раз, если они выживут.
Не вижу. Блин, сейчас все ножи улетят в... Стоп, это же гениально. Чего? Чего? Говорите, у меня нет предметов? Где прилетел? Не то взял. Это опасно на самом деле. Окей, они начали возвращать кучу всего. Теперь мне есть перья. Но на дамаг у меня все, конечно же, первое. Что-то мощное вернулось ко мне. Да, впрочем, все вернулось уже. Забавно, как один уже сдох, а второй такой целёхонький. Окей. Давайте мне мои 10 лунаров. А, они же воскрешаются, вот почему. Точно. Отлично. Все? Все. Ты умер, нет? Окей, ты умер. Ну чё, ГГ. Успешный забег. Я бы продолжил его, но... Боюсь, что... Крашнется. А, и эти двое. Финальный босс. Истинный финальный босс. Алтарь. Я не буду рисковать. Мне нужны лунары. Мне очень нужны лунары. У меня их 6 штук осталось. Убийство двух Митриксов. Это не совсем то убийство двух Митриксов, которое я хотел бы, но... Да. Капец, 2 часа. Ну, это успех. 4 лога. Оу, е. Этот парень. Этот парень. Белый шум на фоне. И осталось 2 специальных босса. Ого, какой он красивенький. Как будто этот самый, как он называется, бонсай. Вот это тоже очень красиво выглядит. Какой лог самый лучший? Не знаю, тут уже вкусовщина, наверное. Это тоже очень классный. Еще какой-то был прикольный. Акров? Ну, акров. Такой. Вот этот, по-моему, прикольный. Да, вот этот прикольный. С ленточкой еще такой. И вот этот тоже очень классный. Когда такие фигурки будут делать, а? Вот будет круто. А тут лога нету. Даже тут он есть. Самый крутой лог, знаете, какой? У которого еще есть... Вот этот, кстати, очень красиво выглядит.
вот этот. Опа. Я никогда не замечал, что вот эти вот штуки с цепями, это на самом деле алтарь Ньюта. Ничего себе. Ну ладно. Надеюсь, в следующем забеге я сделаю оставшиеся логи. И можно будет уже подходить к концу ГПСПР. Всем удачи!